Всем привет! Представляем вашему вниманию жемчужину в линейке даже такого обширного бренда, как Dobermann, мульчер с двумя активными валами. На нашем YouTube-канале, можно сказать, это новинка, однако мульчеры уже работают на территории Российской Федерации и очень неплохо себя зарекомендовали. Для чего вообще нужен такой мульчер? Как правило, в садоводческих хозяйствах, в виноградниках после обрезки остается очень большой объем лозы либо веток, которые необходимо измельчить на наиболее мелкую фракцию, при этом сохраняя вполне такую серьезную скорость работы, дабы повысить производительность. Одновальный мульчер не всегда может обеспечить качество, скорость, особенно с учетом различной фракции ветки или лозы. На смену может прийти ему вот такой двухвальный образец. Это модель 2G180, она бывает еще в размере 150, является наиболее универсальной моделью. Она не только двухвальная, она также таким образом сконструирована, что может подключаться трактору как сзади, так и спереди. Ну, если, конечно, трактор оборудован передним валом отбора мощности. Вот так вот выглядит редуктор мульчера. Конечно же, он внутри оборудован обгонной муфтой. Гидравлика, которая позволяет смещать вправо-влево. Сделано все качественно. Обратите внимание на сварные швы. Тавотница для промасливания скользящей поверхности. Таким вот образом выполнен гидроцилиндр, его шток, сапун. Обратите внимание на качество покраски, сборки. Укомплектован данный мульчер обязательно карданным валом такого образца. Карданные валы идут со срезными болтами в целях предохранения поломки от поломок. Собраны из наиболее качественных материалов. Что касается функционала, у нас есть регулировки опорного катка, благодаря которому мы можем отрегулировать высоту среза непосредственно рабочих органов. Таким вот образом переставляются различная высота. Здесь у нас тавотницы для обслуживания непосредственно активных валов. Сейчас не очень удобно, но тем не менее мы покажем. Валы у нас идут один за вторым. Причем на одном валу у нас стоят хаммеры или так называемые молотки, тяпки. На втором валу у нас идет тройной нож. Его еще Y-ком называют. Ну, здесь не чистый Y, потому что он тройной. Таким вот образом у нас все это устроено. Обратите внимание на корпуса, на фланцы, насколько все качественно, грамотно сделано. Усиление на корпусе. Защитные пластины для того, чтобы предотвратить вылет биомассы, камней. Возможность подключения на трактора с различной навеской, евро или отечественный стандарт. Данный мульчер прекрасно себя зарекомендовал на виноградниках в Краснодарском крае, в Крыму. Надеемся, что вам он будет очень достойным помощником, сможет ускорить процесс избавления от ненужной биомассы, ее переработки в компост и расчистки вашего хозяйства.